Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны на 48 часов по делу о хулиганстве. В отношении спортсменов возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до 7 лет лишения свободы. Следователями принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно хулиганство. По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошел утром 8 октября у гостиницы «Пекин», когда двое мужчин напали на водителя машины «Мерседес», принадлежавшего ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. После избиения водителя компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор центра НАМИ Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу. Клубы футболистов «Зенит» и «Краснодар» не исключают расторжение контрактов. В Российском футбольном союзе заявили, что поддержат такое решение и изучат возможности собственных санкций. Это не первый крупный скандал с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад, после чемпионата Европы, на котором российская сборная не выиграла ни одного матча, футболисты устроили праздник в дорогом клубе «Монте-Карло». Позже игроки принесли извинения.